даже самая красивая жемчужина требует достойной оправы. Только в этом случае она засияет. Так и образ невесты невозможно сделать полным, ярким, без свадебного платья. Свадебное платье – самое главное украшение праздника после невесты. Свадебные наряды от нового свадебного салона «Космобелла». От нас без платья не уходят. Слово «свадьба» веет нежностью, тайной, счастьем и волнением. Каждая из девушек мечтает о ярком, незабываемом и романтическом торжестве. Неважно, пышная это церемония с огромным количеством приглашенных или маленькая, уютная с самыми близкими, она должна быть такой, какой хотите именно вы. А для того, чтобы сбылись все самые смелые и бесшабашные свадебные мечты жениха и невесты, есть телепроект «Свадебный переполох». Напоминаю, что сегодня под венец мы отправляем нашу 11-ю невесту. Пара Салтанат и Самат выиграли прошлый кастинг. Не нарушая давно сложившихся традиций, очаровательная Салтанат первым делом отправилась в салон свадебной и вечерней моды «Космобелла». Именно здесь, в салоне счастливой невесты, мы и будем подбирать ей платье мечты. Но выбор будет сложным. А как иначе? Ведь здесь представлены сотни свадебных нарядов. Глаза буквально разбегаются от обилия красивых и важных деталей. Сложно сделать выбор из километров фатина и тафты, шелка и шифона, кружева и гипюра, россыпи бусин, страз, пайеток, бисера и жемчуга. Но какое бы платье вы здесь ни выбрали, а отсюда без платья не уходит никто, оно будет иметь одно неоспоримое достоинство – подчеркивать ваше достоинство. На самом деле, очень прекрасное обслуживание, очень прекрасный салон, такой светлый. Как только заходишь, глаза разбегаются от разнообразия платьев. Хочется и этот примерить. Конечно, ощущения самые лучшие, потому что, ну, как-то бывало с подругами, сестренкой ходила выбирать платье. А оказывается, совсем другое ощущение, когда уже сама выбираешь, сама примеряешь, и себя уже видишь в свадебном платье. Консультанты свадебного салона «Космобелла» предложили невесте несколько нарядов. С пышной юбочкой, но пышная юбочка, она будет очень удобная, она пенная, воздушная, и платье не тяжелое, легкое, поэтому, мне кажется, вам оно подойдет. Можно быть примерить, да? Конечно. Придя на примерку, победительница кастинга сразу предупредила: «Не хочу пышное платье, мне нужен наряд А-силуэта». На самом деле, действительно, я хотела не пышное платье, чтобы и жениху было удобно со мной ходить, и весь день на гулянке, и чтобы танцевать было удобно. Но выбор мой, конечно, превзошел все мои ожидания. И думаю, жених увидит, будет просто в шоке будет. Следующее платье британской фирмы Love Bridals. Полностью в кружеве, со своей маечкой. Еще один вариант я вам предлагаю померить с завышенным корсетом, итальянская модель. Корсет вышен в кружево, нежного цвета айвори. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. Первым делом невеста примерила пышное платье от известного бренда «Космобелла». Это удачный синтез смелого американского и романтичного итальянского стиля. Для определения стиля этого знаменитого свадебного кутюрье подходит единственное слово – «роскошь».
это платье итальянской фирмы Cosmo Bella. Корсет средней посадочки, полностью вышит стеклярусом по кружеву. Юбочка пышная, воздушная, пенная. К этому платью мы предлагаем фату с таким же цветочным кружевом. Первый предложенный салтанат наряд позволит исполнить мечту тем невестам, кто хочет хотя бы раз в жизни побывать в роли сказочной принцессы. И такой шанс есть на собственной свадьбе. Пышное платье с объемной юбкой и плотным корсетом подчеркнет талию и грудь, создав торжественный, грациозный и нежный образ. Салта. Очень красивое платье. Я аж сразу замуж захотела. Тебе оно очень идет. Но меня единственное смущает, что она слишком пышная. Зная тебя, это немножко не твое, мне кажется. А так очень красиво. Первое платье очень такое нежное, пышное, воздушное. Чувствуешь себя принцессой. Он очень пышный. То есть мне немножко было сложно. Я смотрю, и людям в этом случае придется за метр стоять. А так платье очень красивое было. Если невеста не любит обтягивающие платья, а пышный крой по каким-то причинам ей не нравится, оптимальный выбор – платье А-силуэта. Оно делает фигуру стройнее, подчеркивает торжественность события, а тончайшая кружевная маечка прикрывает хрупкие плечики. Обманчивая скромность наряда в сочетании с очарованием и грациозностью невесты подарят превосходный результат. Блеск камней на корсете подчеркнет торжественность момента. Это платье британской фирмы Love Bridal, нежного цвета айвори, со своей маечкой, вышитая стеклярусом. Платье в кружеве, корсет завышен, понизу высокое кружево с цветочным принтом. Сюда мы предлагаем фату с таким же кружевом. Шлейф шикарный и фата шикарная. Платье нежное очень, очень пышное. Что хотелось бы? Мне кажется, знаешь, оно такое очень милое, красивое, но оно тебе не идет, честно. Не твое. Нет, тут, мне кажется, слишком много вот этих всех деталей. Да, хотя оно не этот. Ну, тебе первое лучше шло. Wanna love so hard it could rip my heart out. I wanna get so lost that I'll never be found. Are you with me? Are you with me? We can chase the wild dreams. Второе платье тоже очень красивое было, такое нежное, очень аристократичное. Платье из кинофильмов 19 века почувствовала себя, потому что и там фата шикарная, просто там он под шлейф просто ложится, очень длинная, и кружева красивые. Вот свадьбы были у принца Уильяма, если не ошибаюсь, она примерно в таком там нежные кружева, такой не очень пышный, такой в аристократическом стиле очень было. Слишком много кружев, то есть я изначально как бы не хотела, чтобы был там минимализм был. Are you with me? Are you with me? Come on, come on, come on, just come with me. In the arms of
А вот третье платье сразило салтанат наповал. И она совсем забыла, что совершенно, ну, совершенно не хотела никакой пышности. Это то. Мое сердце ёкнуло. Очень красивое, нежное, ничего лишнего. Отделанный кружевом плотный лиф, скромная в отделке, но очень воздушная юбка и шелковая лента, придающая особое очарование наряду, таким стало платье мечты нашей невесты. Это платье итальянской фирмы Cosmobello, завышенным корсетом, вышитым полностью кружевом, дымчато-розовая лента на талии, юбочка пышная, воздушная, по низу юбочка расшита кружевом. Свадебное платье пышное, с корсетом, хорошо утягивает фигуру, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. В этом году дизайнеры проявляют консерватизм и оставляют лидерство за пышными свадебными платьями классических оттенков белого и айвори цветов. Небольшой шлейф зрительно добавляет роста, поэтому этот вариант подойдет и для не очень высоких девушек. Это платье, мне кажется, создано для салтанат. Все, что надо, у нее на эмоции, на лице написано все ее эмоции. То, что надо, это вот все подходит. Все, что для нее, это вот в этом платье создано. Я очень рада. Ей очень идет. Мне кажется, нашли то, что нужно было. Третье платье. Ну, одела и влюбилась. Ёкнуло мое сердце, сказала, все, хочу. На самом деле, как бы, ничего лишнего. Кружева очень красивые на корсете. Лента классная. И вот, как я говорила, и талию подчеркивает, и очень-очень нежная. Хотя она пышная, но она очень легкая, двигаться в ней очень легко. И корсет очень удобный. Ольга Дегтяренко, руководитель шоу-балета «Тринити», вместе с Саматом и Салтанат поставили красивый свадебный танец. Хореограф говорит, что буквально пару сезонов назад было очень модно создавать компиляции, микс, попурри, когда танец начинается медленно и элегантно, а затем включаются более ритмичные движения, добавляется юмор. А в этом году влюбленные просят что-то более классическое, утонченное, романтическое, чтобы было очень красиво. Да, у нас пара Самат и Салтанат. Очень нежные ребята, очень любящие, очень трогательно любящие друг друга на самом деле. И на каждой тренировке это очень сильно чувствуется. Есть ребята веселые, есть там очень нежные, все разные, у всех разный характер. На данный момент пара безумно нежная. Вот, Самат просто пылинки Салтанат сдувает, что очень приятно наблюдать на самом деле. Пара у нас, так как она у нас нежная, танец, естественно, тоже очень нежный. А у нас были очень сжатые сроки, буквально за 4 репетиции мы поставили красивый медленный танец с поддержкой обязательно, без нее никак. Когда шагаете, делайте сразу поклон, хорошо? Шагнули, подставили ногу, голова. Да, под шаг делается, ножки вместе, хоп, хорошо? Под музыку. Молодцы, ничего не забыли, все отлично, прям умеешь. И поворотик мягкий. Подошли друг к другу и на вытянутых руках, ага, друг к другу, ага, отлично, ручки внизу. Ольга уверена, что даже из простых элементов можно составить достойную программу, трогательную, нежную и романтичную. Позитивный настрой, личное обаяние и хорошее настроение – залог отличного танца. Мягче рука, не торопимся, медленно подошли. На вытянутых руках. Ага. Расходимся друг на друга. Смотрим. До последнего. Самат. И теперь поверните, пожалуйста, свою любимую. Нет, туда мне надо. Чтобы не боком она. Вы сейчас боком стали ее отпускать. Мне нужно, чтобы отпустили в эту сторону. На зеркало. На гостей. Да. 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 И подъем. Поклон. Повернулись. И раз. Два. Берем ручку. Сколько съемок Love Story провела фотограф Любовь Костенко, не помнит даже она сама. Но точно известно одно. Все пары с телепроекта «Свадебный переполох» как на подбор. Молоды, красивые,
раскованы и бесконечно влюблены. Это и есть секрет удачных фотографий от Любови Костенко. Ой, мне так нравится, что такие пары влюбленные. Традиционно наш фотограф предложил создать фотографии в разных стилях, но красной нитью у них проходит понятие элегантность. Вот, первый он, наверное, сядет вот где-то вот здесь, ну, в какую-нибудь такую позу, да, ну, вот так. Просто стандартная мужская, да, вот туда. Нет, не развивает, в смысле, наоборот, их вытянуть, да, то есть вот, все. Разберем к нему, теперь повернись друг на друга и попробуем. Еще раз подходим. Такой, давайте портрет с вами сделаем. Прямой, красивый, нежный, смотрим. Угу. Вот, ручку на нее, супер. А вы знаете, сантиметр до поцелуя остаться будет круче. Так. Устроив предсвадебную фотосессию Love Story, молодожен обеспечивает себя, своих будущих детей, внуков, правнуков трогательными памятными снимками. О, вот, улыбка оттуда. Улыбаемся, на меня смотрим вдвоем. А может, на коленку ее посадите? Вот, супер, ручки вместе, давайте возьмем. Если вы мечтаете о фотосете в оригинальном и ни на кого не похожем стиле, следует тщательно обдумать тематику. На идею могут натолкнуть ваши личные и особенные события из истории развития отношений, общие интересы или просто красивая идея, пропитанная любовью и нежностью. Вы сейчас будете играть? Вот, ну, просто раз встали, все, вам больше ничего не надо делать. А вы, наверное, вот к нему вот так вот приметесь и вот красиво на него смотрите. Вот, и больше ничего не надо. Накануне свадьбы Салтанат отправилась на голливудский маникюр и педикюр по системе Джессика. Напомним, что этот маникюр включает несколько этапов, необходимых для качественного и безопасного ухода за ногтями и кожей рук. Для подготовки к удалению кутикулы используется специальный аппарат, а избавление от нее происходит посредством специальных масел, которые действуют более деликатно, чем обычные металлические инструменты или химические средства. Летом мастера рекомендуют особый уход за руками. В принципе, у вас кожа ручек очень хорошая, достаточно ухоженная. Но для того, чтобы поддержать в летний период, я бы вам рекомендовала использовать больше увлажняющие крема, нежели питательные. И, соответственно, следить за тем, чтобы в увлажняющем креме, вообще в креме, который вы используете, чтобы он не содержал глицерин. Потому что глицерин имеет такую особенность, что он вытягивает влагу, то есть ему все равно из воздуха это сделать или из вашей кожи. Для Салтанат был подобран нежно-розовый цвет покрытия Gelleration под цвет ее ленты на платье. У нас получился свадебный дизайн с блеском и на одном пальчике стемпинг в виде кружева. Во всех средствах по уходу за кожей рук и ногтями, выпущенными под маркой Джессика, полностью отсутствуют агрессивные химические компоненты. Кожа стоп обрабатывается специальным кремом с содержанием концентрированного коллагена. Этот прием позволяет достичь прекрасного антивозрастного эффекта. Такая система педикюра – стремление к максимальной натуральности. Метод, благодаря которому ваши ногти и ножки будут выглядеть неотразимо. В летний период педикюр делается чаще. Обязательно необходимо пользоваться не питательными кремами, а увлажняющими. Рекомендуется, например, вот пальчики, достаточно кожа летом становится более сухой. Необходимо их увлажнять тоже маслечком. Мастер ногтевого сервиса рекомендует, если на пальчиках ног появились небольшие ранки, пару недель попользуйтесь хозяйственным мылом. Можно также обрабатывать их мазью Левомиколь или кремом Нуриш. А крем Нуриш он немножко тоже будет подсушивать, то есть вот эти вот раночки, если они имеются. А Левомиколь он будет заживлять.
А сразу после ногтевого ухода невеста отправилась на расслабляющую процедуру спа-капсулу. Успокоительная, расслабляющая процедура приятная, чтобы салтанат расслабилась, успокоилась, такое вот, чтобы у нее было душевное равновесие, спокойство, и она получит максимум удовольствия. В программу «Релакс» входит процедура сухого пара, влажного пара, тропический дождь. И в завершение мы будем делать легкий расслабляющий массаж. Хотите отключиться от повседневных забот? Погрузиться в одновременно бодрящий и расслабляющий оазис удовольствия? Тогда вперед! В спа-капсулу! Этот продукт – симбиоз, где соавторами выступают и медицина, и новые передовые технологии. Многие, кто побывал в капсуле, описывают ее при помощи терминов гидротерапия, гидромассаж, аквамассаж, аквамедицина. Но вода является лишь одним и неявным из компонентов, совокупность которых вам предстоит прочувствовать. Ведь для вас работает самодостаточная система, где объединились массаж, ароматерапия. Что же в сухом остатке? Буквально возрождение, омоложение, энергия, расслабление, массаж, детокс, похудение, антицеллюлитная программа. Неплохо для релакс-робота, не правда ли? А в конце процедуры победительницу телепроекта «Свадебный переполох» ожидает расслабляющий массаж. После бурного свадебного переполоха сегодняшние процедуры были в самый раз. Мастеров просто золотые руки, такие душевные мастера. Была у них как ребенок, побаловалась, поспала. Чувствую себя очень так расслабленно, очень хорошо. Ноготочки у меня самые красивые. Ну, массаж и спа-капсула, это ну, словами не передать, это надо почувствовать. Советую всем прийти, почувствовать особенно тропический дождь. Такое ощущение классное. Массаж, особенно когда несколько дней подряд не высыпаешься, постоянно бегаешь, ноги болят, а золотые руки Инны, прям опять же словами не описать. День свадьбы у невест начинается с салона красоты. И выбирать мастеров нужно с умом, ведь именно они видят вас первыми, именно они делают ваш день и настроение. С мастерами в нашем проекте проблем нет. Добродушный и очень профессиональный парикмахер Вероника Сулейманова сделает именно такую прическу, которая подчеркнет все достоинства невесты. Сегодня волосы салтанат будут собраны в красивую и стойкую прическу. Наша невеста с собранными локонами выглядит стильно и практично. Ну вот мы и закончили салтанат с причесочкой. Осталось только нам прикрепить фату, одеть фату ей, но это мы сделаем после того, как Дима нам сделает макияж. Прическа получилась нежная, романтическая такая, воздушная. Я думаю, когда мы соберем полный образ, салтанат у нас будет идеальной невестой, самой красивой на сегодняшний день. Особое настроение создает известный столичный стилист Дмитрий Танковит. Он, как никто другой, умеет успокоить невесту, настроить ее на нужную позитивную волну. И при этом умудряется в кратчайшие сроки сделать потрясающий свадебный мейкап. Традиционно он сделал акцент на глаза, провел фотокоррекцию лица, и весь день на фотографиях салтанат выглядела как конфетка. Ну вот мы закончили наш макияж. Макияж мы сделали сегодня такой свадебный, нежный. Я думаю, он очень идет нашей участнице. И в свою очередь хотелось бы пожелать, конечно, участнице, чтобы они жили долго, счастливо, чтобы всегда находили компромиссы, чтобы у них всегда в жизни все было гладко, чтобы никогда они там не забывали друг про друга, чтобы всегда делились самым сокровенным, чтобы они всегда были одним целым. Поэтому поздравляю нашу невесту, желаю, чтобы у нее вообще все-все было хорошо. Like the sky holding the stars, like the strings on my guitar.
Пока невеста одевалась в свадебном салоне Космобелла, жених не успевал даже собраться. Поэтому одевался он в спешке, пока ехал на огромном пати-бас за своей любимой. Очередная западная идея сферы развлечений дала прочные ростки на нашей почве. И уже год горожане и гости Бишкека могут воспользоваться этой эксклюзивной ивент-площадкой для любых мероприятий, вечеринок и праздников. Пати-бас или автобус для вечеринок – эдакий лимузин-акселерант, не просто вмещающий шумную компанию, но и представляющий все клубные спецэффекты, место для танцев, караоке и прочие увеселения в полный рост. Внутри пати-бас 25 посадочных мест на мягких диванчиках, барная стойка, 4 телепанели, зеркала, танцевальная зона со спецэффектами и киловаттами звука, дым-машина, туалет, кондиционер. Одним словом, не просто пати-бас, а настоящий шикар. Один из немногих способов сделать любое торжество, будь то свадьба, мальчишник, девичник или выпускной, незабываемым. Ведь заказ клуба довольно затратный затея, а вот дискотека на колесах вполне доступна. Пати-бас прокатит вас по вашим любимым улицам столицы. De nuevo aquí.
спасибо, особенно проект «Свадебный переполох». Спонсоры оказали огромную нам поддержку. Спасибо салону «Джессика» за их вчерашние массажи, спа-салон, маникюр, педикюр. Спасибо за макияж Диме, спасибо за классную прическу Веронике, за такое платье от Космобеллы. Вроде бы смотреть данный проект по телевизору, думаю, что это что-то, нечто нереальное. Хотелось бы сказать, чтобы все, если есть возможность, участвовали, потому что это вполне реально. Вот реальный пример мы с Саматом. Это абсолютно реально прийти, поучаствовать, выиграть и сыграть вот такую вот свадьбу, как у нас. Самая красивая жемчужина требует достойной оправы. Только в этом случае она засияет. Так и образ невесты невозможно сделать полным, ярким, без свадебного платья. Свадебное платье – самое главное украшение праздника после невесты. Свадебные наряды от нового свадебного салона «Космобелла». От нас без платья не уходят.